Алена Герасимчук, стихотворение Владимира Высоцкого «Братские могилы». На братских могилах не ставят крест, и вдовы на них не рыдают. Им кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Раньше стояла земля на топы, а нынче гранитные плиты. Здесь ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне виден вспыхнущий там горящие узкие хаты. Горящий смолец. Горящий рельс. Так? Горящее сердце солдата. Братских могил нет заплаканных городов. Сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче?